На даче мое любимое место – веранда, где сплошные окна, смотрящие в сад. Там, на большом столе, среди прочих любимых предметов, стоят три дымковские игрушки разного времени. Я сразу бросилась к ним проведать, погладить их шершавую поверхность. Была бы счастлива, если бы они получили такую очаровательную соседку, как наездница, напоминающую мне детские иллюстрации Лебедева. Марина Лошак для проекта «100 историй Всероссийского музея декоративного искусства».